Оккупированная Запорожская АЭС на грани аварии. В МАГАТЭ подтвердили, что российские захватчики перевели четвертый энергоблок из состояния холодного останова в состояние горячего. Об этом же заявил накануне и украинский «Энергоатом». В пресс-службе компании подчеркнули, что несоблюдение российскими захватчиками требований лицензии госатомрегулирования по эксплуатации энергоблока временно оккупированной ЗАЭС увеличивает вероятность радиационной аварии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси напомнил, что во вторник новая группа экспертов организации прибыла на Запорожскую атомную станцию, чтобы сменить коллег, которые находились там несколько недель. Это уже 12-я миссия организации. Напомню, крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС оккупирована российскими захватчиками с марта 2022 года. Они разместили на территории ЗАЭС военную технику и взрывчатку.